Привет, я Юля, веду кулинарный лайфстайл-блог. И сегодня хочу поделиться моим открытием. Знаете, что с помощью всего одной губки за 50 рублей можно оттереть жир на кухонном фартуке, очистить ржавчину на сантехнике, отмыть кастрюлю и даже почистить белую подошву на кроссовках? Я тоже не знала, но теперь покупаю такую губку постоянно. Это меламиновая губка, она очень дешевая и эффективная. Секрет в том, что она работает как ластик и буквально стирает грязь с поверхности. Меламиновая губка внешне напоминает кусок светлого поролона. На ощупь она тоже напоминает обычную губку, достаточно мягкая и податливая. Чтобы губка заработала, нам не требуется никаких чистящих средств. Достаточно просто смочить губку обычной водой. Сейчас я вам покажу, как она работает. Итак, начнем с удаления жира. Видите следы? Когда постоянно готовишь, жир летит на кухонный фартук, и его очень сложно отмывать обычной губкой. Но меламиновой губкой это сделать легко и быстро. Дело в том, что губка сначала размачивает грязь и пятна, а потом бережно их соскабливает, работая как ластик, не повреждая поверхность, откуда вы эту грязь стираете. Расскажу и покажу, что она еще умеет. Меламиновой губкой можно убрать следы жира на кастрюле, который почти невозможно отмыть обычной губкой для посуды. И легко удалить известковый налет на кране без дорогущих средств. Но лично для меня главным открытием было то, что эта губка оттирает белую подошву на кроссовках. Я обожаю белую обувь, но отмывать ее другими средствами так себе занятие. Еще раз повторю, классно, что не нужно использовать никакие чистящие средства, губку нужно просто смочить водой. Удобнее всего купить сразу пару упаковок, в каждой упаковке по 2 губки. Получается примерно 100 рублей за целых 4 губки. Мне такого количества хватает примерно на 3 месяца. Пожалуйста, не забудьте, что любую вещь нужно использовать правильно. И для того, чтобы меламиновая губка вам помогала, а не вредила, следуйте двум принципам. На губку не нужно наносить никаких химических средств для уборки. Она отлично со всем справляется сама. Ее нужно просто намочить водой. Не давайте меламиновые губки в качестве игрушки детям и животным. Не используйте их для мытья продуктов или очистки кожи. И всегда мойте руки после того, как вы потрогали меламиновую губку. Используем губку правильно, только для очистки вещей или предметов. Итак, все вещи чистые и новые, а квартира сияет чистотой. Надеюсь, выпуск был для вас полезным. До новых встреч на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем хорошего дня!